новый органайзер, точнее не новый, а модернизированный, предыдущая модель. Вот также два ящика у нас, которые на салазках с подшипниками. Тут у нас две ручки такие небольшие, два выпила, которые можно спокойно открывать, закрывать. Дальше у нас идет небольшой отсек мелочей, которые можно туда убрать на газлифте, с вот такими вот лягушками. Вот. Дальше у нас идет, было сделано отсек такой же, как и для ящика, под сабвуфер. Ну вот, скорее всего, придет сюда фазоинвертор, конечно, встраивать, потому что, возможно, будет объема мало. Но это покажет только непосредственный запуск самого саба. Ну и здесь была штатная разводка под слаботочку сабвуфера. Как будет в УАЗике, покажем позже. Сейчас могу сказать, что здесь все сделано практически из 15-й фанеры. Дно сделано из 10-й фанеры, чтобы не провисло со временем. Все стыки у нас пройдены герметиком, чтобы не скрипело во время движения никак. Вот. Пропитка идет акватекс. Сверху декорка идет у нас белинка. Более ровный цвет дает. Неприятный. Что еще можно добавить? Ну, при необходимости сверху можно обработать карпетом, чем угодно. Вот такой вот получился у нас органайзер в багажник УАЗа Патриот. Позже сделаю видео непосредственно, как он смотрится в самом багажнике. В принципе, все. Спасибо. Заказывайте, пишите, обращайтесь.